Всем добрый вечер. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Слышно, да? Слайды видно? Все. Отлично. Спасибо большое. Ну, приступим. Сегодня у нас школа новичка. Давайте поприветствуем наших новичков с маленькими, восклицательными знаками. Молодцы, что нашли время обучаться. Да, вот так вот. Они умнички. Так что спасибо, что вы присоединились к нашей команде. Теперь мы будем добиваться успеха вместе в нашем проекте. И сегодня мы будем говорить о командных ресурсах бизнеса новой эпохи и знакомство с командой. Эта тема очень важна, потому что с этими ресурсами вы будете работать каждый день, сталкиваться каждый день, без этого просто никуда. Также очень важно познакомиться с командой, так как работа в команде очень важна для всех нас. Мы друг друга поддерживаем. Мы друг другу подсказываем, мы друг другу помогаем. Командное взаимодействие – это самое важное. И давайте познакомимся. Меня зовут Мария Сирошка. На данный момент я менеджер 9%. И коротко вам расскажу о себе. У меня есть семья, муж и сын 9 лет. По образованию я бухгалтер. Напишите, пожалуйста, в чате, у кого какая профессия или кто этим работает. Посмотрим. Кто у нас сегодня собрался, какая у нас аудитория. Лаборант. Бухгалтер. Педагоги, медсестра, продавец. Отлично. Посмотрите, какие мы все разные. Инженер. Прекрасно. Регистратор. Замечательно. Посмотрите, какие все мы разные, какие у нас разные профессии, но нас объединяет одно. Это стремление к лучшей жизни, стремление к мечтам, к осуществлению нашей мечты, так сказать. Вот, поэтому в данный момент у меня есть основная работа, я работаю бухгалтером, который я совмещаю с нашим проектом. В будущем, конечно, планирую в ближайший год, если не раньше, выйти на основной доход в компании и уйти с работы. Потому что хочется работать на себя, хочется создавать свой бизнес, быть без будильников, без директоров, сам себе начальник, уделять время, конечно, семье, ребенку своему, ходить с ним на 1 сентября, на последний звонок. Без этого, конечно, этого очень не хватает, потому что работа на дядю, так сказать, это не очень приятно. Поэтому нужно создавать свой бизнес, нужно стремиться к лучшему, к успеху. Итак, основателями нашего проекта являются Кирилл и Розанна Голуб. Это семейная пара, замечательные люди, топ-лидеры компании Oriflame, миллионеры. Они начинали с того самого, как и мы с вами, были простыми людьми, но их сила воли и стремление подняла их на вершину лестницы успеха. Они добились многого в этом проекте. Они нас вдохновляют, и нам хочется на них равняться. Спасибо им большое за наш проект. Они нас многому учат. Это успешные лидеры. В нашем проекте очень большое количество званий, уровней. Так что масштаб нашего проекта налицо. Вы посмотрите, какие замечательные лица, замечательные чеки. Просто супер. Эти люди готовы поделиться с вами своими знаниями, опытом. Нужно учиться у успешных людей.
успешная команда, успешного лидера, успешная команда, которая растет вместе. Эти люди прошли путь от начинающего партнера до лидера огромной структуры. Тоже посмотрите, это банкеты директоров, посмотрите, какие чеки, какие суммы. Поэтому я считаю, что этот путь может пройти каждый из нас. Главное стремиться, главное мечтать, главное поставить себе цель и идти к этой цели. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Надо стремиться и идти. Сила в команде, да, действительно. В нашем проекте сила в команде. Работая сообща, мы достигаем больших результатов, чем поодиночке. В команде есть своя определенная цель. Наша цель – стать самым большим, самым успешным проектом. И мы к этой цели идем. Ну, основа проекта – это командное взаимодействие, обучение, поддержка, плотное сопровождение и, конечно же, онлайн инструменты. Самое важное. Командное взаимодействие – это, как я вам говорила ранее, это работа в команде, обмен опытом, помощь друг другу, поддержка. Без этого это первоначальное, что должно быть в команде. Обучение. Обучение – это, конечно же, наши вебинары. Я бы сказала, это самое важное, это основа. Потому что для того, чтобы добиться успеха в сфере интернет-предпринимательства нашего с вами бизнеса, нужно получить знания в этой области. Поэтому наши лидеры, наши наставники готовы поделиться своим опытом. Нужно учиться, учиться и учиться. Без знаний, ну, практически ничего невозможно. Мы же в школах учимся, в институтах учимся. И здесь точно так же нужно учиться и посещать вебинары. Поддержка. Поддержка, ну, это тоже основа, одна из основ проекта. У каждого из нас есть свои потребности. Кому-то нужно будет помочь словом, советом. Кому-то разобраться в программе. У нас, это я буду говорить далее о чатах, о скайп-чатах. Там у нас идет плотная поддержка, плотное сопровождение. Сейчас забегаем вперед немножко. Поэтому все мы готовы вам помочь в том или ином вопросе. Это обращайтесь к своим наставникам, своим спонсорам, своим директорам. Они обязательно вам помогут. Вот о чем я говорила, плотное сопровождение. Вот ваш спонсор, наставник, директор, вас один на один с проектом не оставит. Вам помогут в нем разобраться та да я. Но с вашей стороны будет нужна обратная связь. Не стесняйтесь, спрашивайте. Чем больше вы задаете вопросов, тем больше у вас будет ответов, тем больше вы будете знать. Тем легче вам будет работать и тем быстрее вы вырастете. Поэтому вы спрашиваете, и ваш спонсор обязательно поможет. Обязательно. И, конечно же, у нас есть онлайн-инструменты, о которых я буду говорить дальше. Первый наш онлайн-инструмент – это скайп-чаты. Итак, первый скайп-чат – это для партнеров проекта «Бизнеса новые способы». Их у нас два, потому что наша команда растет, а в чат можно добавить только 30 человек. Да. Я думаю, что два чата это только начало, их будет еще больше. Эти чаты работают 24 часа в сутки, потому что у нас большая команда, международная команда, потому что Россия, Украина, Белоруссия. У каждого свой часовой пояс и у каждого свой график работы. Кто-то работает днем, кто-то утром, кто-то вечером, поэтому он работает круглосуточно, когда бы вы ни зашли, вы всегда видите, что активность идет и активность постоянная. Так что присоединяйтесь, кого нет в чатах, обязательно. Там всегда вам помогут, ответите на любой ваш интересующий вопрос, если даже вашего наставника нет на месте. Там люди всегда есть и все готовы вам помочь.
для спикеров проекта «Бизнеса новой эпохи». В этом чате все партнеры, которые готовы проводить вебинары и держать в чатах, активные партнеры. И, конечно же, третий чат для директоров проекта «Бизнеса новой эпохи». В этот чат вступают все партнеры, которые закрыли звание директора или старшего менеджера. Также у нас есть группы в социальных сетях. Это Facebook, ВКонтакт и Одноклассники. У нас существуют открытые и закрытые группы. В закрытых группах находится информация, которой делиться нельзя. Она только для участников проекта. В нем есть закрытые вебинары, в которых даются там инструкции, какая-то определенная тема, какой-то опыт. Поэтому это только для партнеров. В открытых группах много мотивационной информации. Там поздравляют новичков. Там идет обмен информацией, но в основном она мотивационная, которая поможет вам приглашать новых партнеров. Есть очень важный инструмент. Это канал YouTube «Розанны в голову». Вот показана ссылочка на экране. Ну, в принципе, можете просто набрать в Ютубе «Розанна Голос», и там вы попадете к ней. На ее канале есть записи вебинаров по бизнесу, видео для личностного развития и мотивационные ролики. Также «Розанна» проводит каждую субботу вебинар «Перезагрузка». Это для личностного развития очень интересные вебинары, очень познавательные. Так что обязательно приходите, они бесплатные. Можете с удовольствием, вы получите колоссальное удовольствие от этих вебинаров. Итак, для новичков у нас есть веб-курс. Это обучающий сайт, в нем 5 шагов, которые показаны видеороликах. Первый шаг. Откуда деньги в проекте и как их зарабатывать. Второй шаг. Маркетинг-план компании. Третий шаг. Как сделать выгодно первый заказ программы и акции компании. Четвертый. Это эффективная постановка целей, планируя свой успех. И пятый шаг. Итоговый тест. То есть, как вы прошли этот курс, то есть это ваше базовое знание. И вы, когда пройдете тест, вы поймете, насколько вы изучили материал. Там все доступно, понятно рассказывается, поэтому пользуйтесь. Очень много полезной информации. Также у нас есть для активных партнеров нашего проекта создан такой очень красивый, современный, понятный сайт для работы. Это сайт «Визитка». Он абсолютно бесплатный, очень удобный в использовании. Пользоваться им одно удовольствие, настолько красочный, там много информации о команде, фотографии с банкетов директоров, чеки. Все реально, это все есть, поэтому я в конце расскажу, как можно его получить. Также у нас есть своя система вебинаров. Это школа новичка с понедельника по пятницу в 20:00, обучающий вебинар с понедельника по субботу в 18:00. Как я говорила, они бывают открытые и закрытые. Пароль на закрытые вебинары получаете в день мероприятия. На закрытых вебинарах вы в основном на обучающих вебинарах, на них лидеры нашей команды делятся опытом, дают новые инструменты для работы. Они есть, в принципе, в записи. Если вы не успели прийти, есть записи, да. Поэтому вы можете спокойно посмотреть записи. Или даже его пересмотреть, даже если вы были, что-то не поняли, еще раз можно его пересмотреть.
Поэтому все у нас вебинары есть в записи, можно просматривать их заново. Ну, о компании можно говорить часами. Если вы наберете в любом поисковике, Яндекс, Google, неважно, 45 поводов для гордости сотрудничества с Oriflame, тем самым вы убедитесь в правоте моих слов, что Oriflame является самым надежным бизнес-партнером. И поэтому мы сотрудничаем именно с ней. Эта компания практически в следующий год ей будет 50 лет. Понимаете, 50 лет компания, она существует, еще столько же будет существовать. Она дает людям колоссальные возможности заработки. Как она говорит, ваши мечты – наше вдохновение. Это слоган компании. Вместе с Oriflame мы можем достичь колоссального успеха. Экономическая бизнес-модель позволяет создать доход без потолка, то есть нет ограничений. Посмотрите на лестницу успеха, изучите ее повнимательнее. И выберите ту сумму, которую вы хотите зарабатывать. Поставьте себе цель и идите к этой цели. И ваша главная задача – обучаться, перенимать опыт у лидеров и не останавливаться на достижении. Также есть поддержка от компании, это Академия Oriflame. Есть обучающие разделы на сайте с прекрасными роликами. Итак, личный кабинет. В личном кабинете вы можете найти новости, акции компании, информацию о продукции, оформление заказа, отчеты по развитию вашей команды, обучение. Скажите, пожалуйста, вы заходили в свой личный кабинет, вы его изучали, как вам сайт? Напишите, пожалуйста, например, даже давайте по пятибалльной системе оценим. Не, никто не заходил, никто не пользовался ни разу. Пользовались, видели. Вот. Скажите, что там действительно там очень много информации. Можно найти все, что угодно. Просто. И обучаться можно. Ну, об этом я буду говорить далее. Итак, как мы осуществляем вход в личный кабинет? Мы можем личный кабинет, вы можете найти вход в личный кабинет можно осуществить по ссылкам, которые вы видите на экране. Для каждой страны меняется буковка переводчика. Для Украины это ЮА, для России РУ и так далее. Переходим по адресу, только вот это действительно официальный адрес. Кроме этого никуда ходить не надо. Переходим по адресу, нажимаем кнопку «Войти» и вводите свой номер консультанта и пароль, который вам был дан при регистрации. И попадаете в личный кабинет. Здесь вы найдете всю информацию, новости о компании, распродажи, сколько вас баллов. Шикарный сайт, это слов просто нет. В разделе информация о продукции, в этом разделе вы сможете найти для кожи, для мужчин, отзывы от продукции. Так что ознакомливайтесь, информации масса, изучайте. Оформить заказ очень легко. В правом верхнем углу у вас есть кнопочка «Быстрый заказ». Нажав ее, вы можете вводить, ну, то есть попадаете, в принципе, в корзину. Вы можете вводить код продукции. Когда ввелите коды, ну, то, что вам нужно, нажимаете кнопку «Оформить заказ», указываете пункт доставки. Но самое лучшее первый заказ сделать со своим наставником.
то он вам поможет, ну, в принципе, там просто, но лучше с наставника, чтобы он вам, вас проконтролировал в этом процессе, чтобы вы дали правильно свой путь доставки. Вот, также у нас есть бесплатная возможность закачать себе на телефон мобильные приложения и использовать их на полную мощь. Шикарная штучка, я бы так сказала. Тут можно сделать и быстрый заказ. Ну, очень масса всего, там приложений много, поэтому изучите, пожалуйста, очень интересная вещь. В разделе «Мой бизнес и управление структурой» вы сможете найти, сколько у вас активных партнеров. Если должники, увидеть новичков в вашей структуре, заказать себе информационный лист, вы в этом, он вам приходит на электронную почту, вы можете посмотреть, кто из ваших партнеров сделал ли заказ, сколько всего у вас заказов, на каком вы проценте, есть ли у вас скидка. Ну, очень интересный раздел, поэтому его лучше изучить повнимательнее. Также в разделе онлайн-обучения вы можете пройти обучение по бизнес-тренингам. Это шаг 1 и шаг 2, также методы онлайн-приглашения. Там ролики небольшие, они длятся приблизительно 25 минут, половина, полчаса, но очень интересно, я сама проходила, конечно. Ну, попробуйте, вам понравится. Итак, очень важно знать, в чьей вы команде. Рассмотрим на моем примере. У меня все очень просто. Мне пришло приглашение в Одноклассники от моего директора Елены Чернецкой. У вас может быть по-другому, вас может пригласить и спонсор, и менеджер, или как у меня директор. Все мы находимся в команде Кирилла и Розанны Голуб. Но вам лучше познакомиться со всеми, так сказать, знать всех лицо. Потому что если нету одного в скайпе, да, например, а вам нужно что-то уточнить, что-то узнать, вы можете обратиться к менеджеру, либо к вышестоящему, который может вам помочь в том или ином вопросе. Поэтому свою вышестоящих у вас, спонсоров, менеджеров, директоров, вы должны знать. Самый важный ресурс – это ежедневная работа, то есть рекрутирование. Чем больше людей день вы пригласите в наш проект, тем больше у вас будет партнеров. Ставьте высокие цели и идите к ним. Без цели вы не достигнете ничего. Нужно поставить цели и не видеть препятствий. И идти, идти, идти. Тесное сотрудничество с наставником. Побольше задавайте вопросы. Чем больше вы зададите вопросов, тем больше у вас будет ответов, тем быстрее вы разберетесь в нашем проекте. Поэтому обязательно, постоянно, каждый день общайтесь и общайтесь со своим наставником. И что я хочу вам сказать? Действуйте, действуйте, еще раз действуйте. Еще раз повторюсь. Хочешь добиться успеха, учись у тех, кто уже сделал. Кто уже это сделал. У нас есть у кого поучиться. У нас очень много лидеров. Ходите на вебинары, обучайтесь, и все у вас получится. Итак, для всех участников нашего проекта есть бонус. Это ваш личный сайт. Кто еще не получил свой личный сайт, обратитесь к наставнику, к спонсору. Он вам расскажет, как его получить и что для этого нужно сделать. Этот сайт, ну, это готовый инструмент. Если вы с человеком переписываетесь, да, там, в социальных сетях, он вам говорит, да, я согласен.
Вы ему даете этот сайт. На этом сайте есть много фотографий. Там есть чеки. Там много всего есть. Это суперский сайт, о чем я говорила ранее, сайт Визита. На этом же сайте человек может заполнить заявку на регистрацию. И вам на электронную почту, уже может, ну, она привязывается к электронной почте, этот сайт. И вам на электронную почту придет фамилия, имя, отчество, номер телефона. Вы с этим человеком можете связаться и уже пообщаться с ним, что он действительно готов регистрироваться в нашем проекте. Это шикарный сайт для работы. Просто шикарный. Поэтому, кто не зарегистрировался, регистрируйтесь, активируйте свой бизнес, размещайте первый заказ, и вы получите такой шикарный сайт для работы. Поэтому включайтесь, действуйте, все у вас получится. Всего вам доброго, успехов, удачи, мечтайте и побольше, и больших вам званий. Спасибо за внимание. С вами была Мария Сирожко.